Оркестры бывают разные. Собственно говоря, изначально оркестр возник путем увеличения состава камерного ансамбля. Что такое камерный ансамбль? Это несколько музыкантов, которые играют вместе. Камерным он называется потому, что играет в комнате, в небольшом помещении. Это от латинского или от итальянского камера, комната. Бывают дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты, септеты и октеты. Все, что составляет большее количество музыкантов, чем 8, мы можем уже называть камерным оркестром. Оркестры бывают самые разные. Симфонический оркестр состоит из почти всех инструментов, известных классических инструментов. Существуют также отдельно духовые оркестры, отдельно струнные оркестры. Существуют оркестры народных инструментов. Существуют оркестры, где каждый оркестрант может сыграть только одну ноту, но должен ее сыграть в определенное время. Существуют камерные оркестры, это оркестры малых составов. И тут уже есть различные вариации. Например, оркестр, который использовался Гайденом в начале классического периода и в конце барочного периода, состоял из струнных плюс 2 гобоя и 2 валторны. Для Гайдена в основном в начале его творчества это было достаточно. Потом инструменты прибавлялись, возникли фаготы в оркестре, потом с изобретением кларнета, кларнеты были введены в оркестр тоже. Поначалу, правда, кларнеты выполняли роль гобоев иногда. Например, в знаменитом реквиеме Моцарта Моцарт просто заменил гобои на кларнеты, потому что решил дать кларнетам шанс в его произведении. В 21 веке оркестр, состав оркестра зависит от желания композитора. Уже очень много написано для больших оркестров, для средних и малых оркестров. Сейчас композиторы пытаются создать новые созвучия, включают в оркестры различные новые инструменты. Во-первых, очень много новых ударных появилось. Во-вторых, есть попытки включения в симфонический оркестр электронных инструментов. Эти попытки, собственно, начались еще в 60-е годы 20 века. Ударная установка иногда включается, бас-гитара, соло-гитара. И очень часто оркестры исполняют произведения с голосом, с хором, с солистами. Некоторые произведения написаны для оркестра и органа. Конечно, исполняться такие произведения могут только в тех помещениях, где, собственно, этот орган существует. Кроме того, орган этот должен быть довольно современным, потому что реакция механики органа традиционного, более старого, очень медленная и не успевает за современной музыкой. Я бы хотел выделить из наиболее известных, знаменитых оркестров в мире, безусловно, Берлинскую филармонию, безусловно, Венскую филармонию. Есть много знаменитых, замечательных оркестров в России. Мы все довольно хорошо знакомы с филармоническим оркестром Санкт-Петербурга. Есть прекрасный оркестр в Мариинском театре. Кстати, здесь я должен упомянуть, что оркестры могут исполнять различную функцию. Они могут исполнять функцию
симфонического оркестра, то есть это оркестр, который сидит на сцене, или оперного оркестра, который сидит в оркестровой яме. Оперный оркестр обычно сопровождает действие, которое происходит на сцене. Это могут быть певцы и хор. Процесс извлечения звука, процесс исполнения звука этими оркестрами слегка различается. И иногда бывает, что симфоническому оркестру трудно играть оперный репертуар, а оперному оркестру трудно играть симфонический репертуар. Но путем достаточного количества репетиций эта трудность может быть устранена. Габой. Габой, или по-французски «обуа», что значит «высокое дерево», возник много-много лет тому назад. Собственно, первые прототипы габоя возникли 5000 лет тому назад в Древней Греции и в Древнем Египте. Они назывались в Греции «авлос». Это были более примитивные инструменты, чем габои, на которых играют исполнители сейчас. Это была, собственно говоря, трубка конического сверления с двойной тростью. Трость — это генератор звука, это, собственно говоря, две пластинки, сделанные из камыша. Сейчас для современных габоев используется камыш Arunda Donax L, если его называть его настоящим латинским названием. Это камыш, который растет по берегам рек и озер в Северной Италии, в Южной Франции и в некоторых частях Испании. Правда, сейчас этот камыш для музыкантских целей разводят во многих других точках мира. Такой же камыш используется и для тростей фаготов, и для кларнетов, но другого сечения, другого диаметра. Итак, габои развивались на протяжении многих столетий, собственно, тысячелетий. Барочный габой, который сформировался и возник в XII-XIII веке, был сделан из клена с такой же двойной тростью, где две пластинки камыша вибрируют одна против другой. После Французской революции, когда возникла необходимость в инструментах, которые могут играть просто громче и проецировать звук на более далекое расстояние, габои стали делать из более твердых пород дерева. Это эбеновое дерево, гренадиловое дерево, которое является разновидностью эбенового дерева, и также розовое дерево и его разновидности. Сейчас на габое существует гораздо больше клапанов, чем раньше, и это помогает габоистам играть с более чистой интонацией и просто элементарно гораздо быстрее. Современный габой был сделан великим габоистом, первым габоистом французской оперы Трибером. Жак Трибер сконструировал ту систему, которую он называл консерваторской системой, то есть системой, которую он рекомендовал к использованию в Парижской консерватории. Это случилось в 1860-х годах. Современный габой используется как в камерном оркестре, в симфоническом оркестре, так и как сольный инструмент. Если вы хотите больше узнать о музыке, если вы хотите узнать о творчестве великих композиторов, приходите к нам на концерт в Красноярскую филармонию.